Послушай, приятель, я не могу сопровождать тебя дальше по долине смерти. Я повредил копыта, пытаясь вернуться от этого противного рентентина. Но я надеюсь, что ты сумеешь освободить нашего друга, шамана Змеиная Нога. Отчаянные ворвались в лагерь индейцев и взяли его в плен. Я не стану желать тебе удачи, Люк, у тебя ее уже достаточно. Угу. Ага, рентентин, должно быть, взял след. Я не могу понять, зачем тебе понадобилось тащить с собой этот каприз природы. Надеюсь, он тебе все-таки пригодится. Как настоящий ковбой, я не бреюсь по утрам. Это могло бы оказаться полезным при встрече с кактусом. Бандиты, похитившие Змеиную Ногу, выглядели как эти проклятые койоты. Будь осторожен, Люк. Здесь сверху часто падают камни. Будет позор, если они попадут по твоей голове. Возможно, эти люди могут что-то рассказать. Подойди к ним, а затем нажми клавишу действия. Долгих 10 лет я провел в поисках и теперь уверен, что здесь есть золото. Это ясно, как божий день. Я чувствую, нас ждут неприятности. Четырехлистный клевер. Чтобы воспользоваться этим талисманом удачи во время драки, используй клавиши действия. Yeah.